То-то я давно ничего не рисовал 3D ручкой. Нарисуй мне лучше печенюшку. Я знаю, ты хочешь, чтобы я нарисовал кусок мяса, но он не будет съедобным. Лучше бы ты метнулся в магазин, а тут нарисовался крекер. О, мы нарисуем крипера из Майнкрафта. Ну ты почти прочитал мои мысли, только я заказывал крекер, а не крипера. Друзья, рекомендую вам посетить музыкальный канал U-Music Records. На канале много разнообразной качественной музыки, которую можно скачивать абсолютно бесплатно. В каталоге канала более 600 файлов, поэтому уверен, что вы сможете найти что-то и для себя. Для любителей длинных видео автор канала делает подкасты. Порадуем автора канала подпиской, ссылка в описании. Ой, опять не с того начал. Привет, ребята. Хайп, поздоровайся. Хайп. Привет, привет. Кто напишет мне привет в комменты, тому сегодня повезет. Шучу, всю неделю будет круто. А вы знали, что Майнкрафт, разработанный шведским программистом Маркусом Персоном, является одной из самых успешных в истории компьютерных игр и уступает пальму первенства лишь игре Тетрис, созданной в СССР еще в 1984 году Алексеем Пожитновым. В процессе создания я буду использовать пластик разных зеленых оттенков, а еще немного серого и черного. Начнем с того, что нарисую макет моба. Да что ж такое, это несъедобное. На листике рисую макет головы, размер 8 на 8 клеточек. Затушу вместо будущих глаз и рта. Глаза и рот зарисовываем черным, а оставшиеся клеточки заполняем пластиком разных зеленых оттенков. Итого получилось вот такое лицо крипера. Так как наш моб 3D, состоять он будет из множества таких же пластинок, а именно 2 пластинки 8 на 12 клеточек, 2 пластинки 4 на 12, еще 2 пластинки 4 на 8 клеточек, 8 пластин 4 на 4 клеточки, 6 пластин 8 на 8 и наконец 16 пластинок размером 4 клеточки на 6 клеточек. Теперь всю эту кучу пластика нужно соединить в отдельные фигурки. Голова крипера имеет форму куба и состоит из 6 одинаковых пластинок размером 8 на 8 клеточек. Первая объемная деталь готова. Таким же методом с отдельных пластинок собираем туловище и ноги. Крипер, крипер, по названию так похож на печеньку, а на вкус полный облом. Крипер почти готов, все что нужно, это объединить все детали в одну. Ну что ж, ребята, у меня получился такой вот крипер с Майнкрафта. Думаю, если фанату этой игры положить такого моба возле подушки и разбудить, он рефлекторно начнет сваливать. Кстати, как думаете, может нам его модернизировать, чтобы он взрывался как в игре? О, хайпик, крипер, крекер, ты смотри как созвучно. Ну наконец-то и до тебя дошло. Понравилось видео? Делитесь с друзьями, ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы не пропустить самое интересное впереди. Всем хорошего дня и пока-пока!